усі люди різні. Та щоб настільки? Ці дві дівчини не просто протилежні, вони не мають жодної схожості. Але ми перетнемо їхні долі прямо на ваших очах. Іскрометна білявка, яка купається у неймовірній розкоші, від кохання до себе інколи аж захлинається. І свою дружбу із чоловіками округлює в чималеньку суму. У мене є золота карточка, на яку падають туди гроші. Спробує прожити всього 3 дні життям звичайної селянки, мами двох діточок, яку зрадив та покинув чоловік. В этой жизни меня не устраивает практически все. Як дівчата справлятимуться з завданнями? Розважатимуться? Класно! Миритимуться з незручностями? Та ну блін, ну це фу, блін. Набуватимуть нових навичок? Та для кого життєвий експеримент виявиться складнішим? Для панянки чи для селянки? Я себе чувствовала піпець, как? Адреналіновий обмін тільки для вас. Блін, я просто кайфанула. Бути завжди у прекрасному настрої, підтримувати себе в найкращій формі та мати чималу кількість заможних прихильників. Все це вміє ефектна білявка, панянка Леся Літош. Меня зовут Леся, мне 31 год, я киевлянка. На данный момент я живу под Киевом в своем доме. А мой бывший молодой человек, с которым я ранее встречалась, сейчас мы просто хорошие друзья. И он мне иногда и делает до сих пор хорошие, дорогие подарки. В основном деньги на дом он давал. Это моя гостиная, это мой диван. Я его заказывала, он привезен с Италии. Выполнен он из натуральной кожи, а это пони. Это моя кухня. Эта кухня мне стоила около 15 тысяч долларов. Я на ней, правда, готовлю, максимум чаюк, кофеек, там такое могу. Здесь моя ванная комната. Как вы видите, здесь нет двери. Очень-очень эротично. Там 2 панорамных окна, в ней 20 метров квадратных. Вы можете просто кайфовать от того, что вы просто туда зашли. Моя спальня очень просторная, около 50 метров квадратных. Это мой друг. На данном этапе вот мы вдвоем вот тут со смехунчиком вот так вот отдыхаем. У меня есть гардеробная комната, приблизительно 20 метров квадратных. Там только сейчас находятся мои только летние вещи. Потому что если все свезу, то мне и 100 квадратов не хватит. Или плейн. А, что это? А, это, кстати, я была в Италии, вот это вот платьечко себе взяла. Этот замочек аж открывается, аж. Ну, вот такое, эротик-шоу. Но обувь, конечно, я люблю все на платформе, поэтому, конечно, Лабутен number one. Это все Лабутены. Это я ездила в Париж, вот себе взяла такие вот бомбючие. А, и вот эти сразу же, потому что, тоже там понравились. У меня есть золотая карточка, на которую падают туда деньги. Мужчины мне дарят дорогие подарки. Вот, например, машина – это подарок. Я очень люблю себя, люблю свое тело. Я за собой очень ухаживаю. Я уже 2 года занимаюсь полдэнсом. Это сексуальность, прежде всего. Это и пластика, и мышцы, то есть это подтяжка всего тела. Леся очень веселая, очень крутая. У Леси дома самые классные всегда вечеринки. Девочки, давайте выпьем за мой отъезд в деревню. А что для тебя самое страшное? Без воды. Без воды. Без горячей или вообще? Я хочу найти мужчину своей мечты. Я хочу, чтобы он увидел, что даже находясь в теле, я очень сексуальная, красивая, зажигательная. Этот весь антураж, это все не так важно. Главное, какой человек, и чтобы он увидел меня разной и нашел меня. Росія, Смоленська область. Недалеко від міста Вязьма розкинулось мальовниче село Семльово. Саме тут і проживає прудка та випробувана життям селянка. Мене звати Філіпова Даша, мені 26 років. Живу я з мамою і з 2 дітьми. У мене 2 дочки, одній 6 років, другой 2 годика. Ми дуже часто на вулиці спимо. Взагалі люблять, коли її або укачують, або гладять, або так стучать тихонечко по ножці. Раніше був муж, був папа, але вони... ушли.
Вот, ну, я узнала о том, что мне муж изменял все 5 лет. Вот, и когда это все всплыло, я его выставила вон. И вот через некоторое время отец стал заступаться за него, сказал, что он правильно сделал, что у него были любовницы. И мама его тоже выставила. Даша необычный человек. С рождения она была сложным ребенком, нам было трудно с ней. И она стремилась к чему-то такому, что мне было непонятно, и мне казалось, это несбыточные мечты. Я не понимала ее. И вот после того, как у нас случились развалы с нашими мужьями, мы стали друг друга понимать. Я с самого детства мечтаю жить хорошо и считаю, что эта жизнь не моя. В этой жизни меня не устраивает практически все. Нехватка денег, условия. Как же хорошо с водопроводом. Наверное. Дом старый, ему лет 30 уже. Это наша кухня. Это наша плитка, которой работает только одна конфорка. Рукомойник, который раньше даже грел воду. Из хозяйства у нас есть куры. Это все наше хозяйство. Всего лишь 6 кур. Даша всегда с детства стремилась к богатству. Ее мечта была, что она в крутом отеле, вокруг звезды. И она среди них своя. Цель участия в проекте, в данном, моя, это понять, надо ли мне стремиться к этой хорошей жизни. Может быть, это не мое. Этот проект, наверное, поможет ей понять, что не все так просто. И мечты – это не всегда сказка. Что, возможно, там нужно либо трудиться очень сильно, чтобы этого достичь, а может быть, это не ее. Що ж мрії селянки починають здійснюватись просто зараз? Даша досягла свого. Вона потрапляє в розкішне життя. Росіянка вже дісталась Києва, і прямо на вокзалі її зустрічає подруга панянки. Привіт, я Катя. Привіт, Даша. Я Лесіна подружка. Я тебе отвезу домой. Это 2 абсолютно разных человека, антиподы. Леся и Даша. Катя очень красивая, ухоженная. Вот наша машина. Охренеть! О таком автомобиле я даже не могла и мечтать. Я даже боюсь в нее садиться. О, тут еще и крыша поднимается. Вообще классно. Это Лесина машина, она ее купила. Года, наверное, полтора, а может, даже не купила. Мне кажется, кто-то подарил. Она, наверное, очень красивая, раз ей такие машины дарят. Ну да, она красивая женщина. А Леся кто вообще, чем занимается? Вообще она просто разносторонне развитая личность, увлекается многим. Вот, я просто переживаю, у меня 2 детей. На самом деле, у меня одна из моих больших самых мечт – это машина. Вот, у меня мечта порулить, особенно такой дорогой автомобиль. Очень безумно хочется посидеть за рулем. Ну, можешь попробовать. Господи! Ну, ничего себе! Ось так одразу и усі побажання здійснюються. Красиво жити не заборониш. Я в первый раз катаюсь на спортивной машине. Головне, щоб Леся не була у шоці, що її дорогезною лялечкою керує недосвідчений водій. Акуратненько, стой. Да, давай. Класс, у тебя хорошо получается. Как бы у меня был автомобиль, правда, 95-го года, старенький, механика. Такое чувство, что это происходит не со мной. На деле буду всем рассказывать, что я ездила. Да, вообще. И пока Даша мчить до новой оселі, панянка тільки-но дісталась міста Вязьма. Саме звідси починається її подорож у нове життя. Леся, привет! С приездом тебя в Смоленскую область. Ты уже совсем рядом с моим домом. Я живу на станции Семлево. Придя в свой новый дом, ты познакомишься с моей семьей и немного поработаешь. Твой бюджет на сегодня 100 рублей. Удачи и хорошего дня, Даша. Я подумала, что, блин, ну нормально, у меня 100 рублей, как 100 гривен приблизительно. Ох, і підрахувала бюджет панянка. 100 рублів – це далеко не 100 гривень, а всього лише 30. Тож не розганяйся, зіронько. Тобі ще квиток на електричку до Семльова купувати. Так, ну вокзал такий, звісно. О, от каса, мабуть. Девушка, здравствуйте. А мне нужно на Семлёва. 8.08. Вязьма, Смоленск. Электричка. А сколько это будет стоить? 33 рубля. 33 рубля, да?
Отже, квиток куплений, гайда на платформу. Електропоїзд довго не чекатиме. Такі марафони, щоб просто на електричку попасти, це, звісно, взагалі не фонтан. Антураж меня просто порадовал. Вонище было вообще потрясающе. Как люди хоть ездят. О! Я открыла все окна, чтобы хоть как-то можно было нормально дышать. Хорошо, а вот у меня есть деньги. Я вот не знаю, сколько это. Это 50 рублей, это мало. Где вы там все? Ну я вообще, я просто понимаю, что мне надо прожить как-то день, блин, и просто вот, ну, это нереально. Это на грани катастрофы какой-то. Такі умови нового життя несказанно вражають Лесю. Але дороги назад немає, тож розгублена панянка мовчки їде на станцію Семльово. А селянка Даша тим часом у цілковитому комфорті доїжджає до нової оселі. Вот і сама приїхала, це ключ від дому, твій дом новий. Здорово! Уже не терпиться на самом деле посмотреть, що ж внутрі. А всередині, перш за все, на селянку чекають завдання. Даша, привіт. Поздравляю, ти в раю, тому що моя життя – це сплошне наслаждення. Лесь, я тебе хочу сказати, що моя – це не наслаждення, і скоро ти об цьому знаєш. К твоїм услугам мой дом и модная тачка. Меня сегодня вечером пригласили на тест-драйв. Оторвись там за меня, потом расскажешь. Вот это, конечно, клево. На мелкие расходы у тебя сегодня 3000 гривен. Так, это около 10 тысяч. Отличная сумма на мелкие расходы. Да, мне бы за эти деньги жить месяц. Далі ви побачите, що вразить дівчат у нових оселях донестями. Ні, ну, по-моєму, це вже перебор, чесно. Я такого бачила тільки от в кіно, мабуть. Яка річ доведе селянку до ейфорії? Це прикоснутися до мечті. Це було нереально круто. Знайомство із ким панянка не очікувала в новому житті? У мене случився шок. Здравствуйте. Та чи змусить мама селянки виконати Лесю бодай одне завдання? Яні. На это не решусь. Не перемикайтесь. Цікаво тільки на ТЕП. Класно! У Києві селянка Даша вже вивчає кожний куточок нової оселі. Все вообще, все такое шикарное, белое. Мне даже прикасаться к этому, наверное, будет страшно. Такой холодильник. Вот такой холодильник мне бы очень пригодился. Салатики, зелень всякая. Безумно вкусно. Можно сказать, капуста. Красивая очень девушка. Надеюсь, что она не дура, потому что блондинка. Диван очень мягкий. Зачем она такая большая? Такую красивую ванну я никогда не видела. Косметики очень много. Я такое видела только вот в кино, наверное. Корову убили. Я не знаю, правда, такое чувство, что корова. На экране я видела, когда шкуры леопардов, тигров. Но чтобы шкура коровы, ну, как минимум, странно. Вот это спальня. Спальня, она, конечно, очень красивая, дорого смотрится, но она абсолютно неуютная, и спать в ней не хочется. Это, походу, гардероб. Ну, такое эротическое белье. Ну, точно, 100% человек танцует стриптиз. Девочка у нас очень-очень худенькая. Я бы очень хотела носить тоже такого размера вещи. Ну, судя по тому, что все туфли либо на большой платформе, либо с большим каблуком, она все-таки низенького роста. Дом, конечно, большой, дорогой, шикарный, но в нем нет никакого уюта. Как в музее. Ахнул и все, и развернулся, и ушел. А у Росії Леся вже дісталась станції Семльово. Тепер панянка має знайти свій новий дім. А йти до нього чималу кількість кілометрів. Зараз мене ще тут поїзд прихлопне. І взагалі замечательно. Ось тобі, Лесечка, розмінка з утра. Там нічого, ні. Там просто от рельси, щебенка, через яку потрібно просто йти. У мене вже ноги болять, не можу.
Отлично. Жизнь удалась. Я бы вывернула себе ноги, порвала туфли. Честно говоря, тут без коментарів. Так, сільські дороги з такими підборами не друзі. Але панянка мужньо пройшла цей клятий шлях. І нарешті потрапляє в свою нову оселю. Я навіть не знаю, пускай чемодан, мабуть, тут стоїть. Пойду посмотрю, куди взагалі можна там припаркуватися. Огороди, і ще раз огороди. Слушайте, это что вообще? Вот это. Это как? То есть здесь купаться? Это душ такой, ванну так принимают люди. Такого не существует вообще в природе. Не, ну, по-моему, это уже перебор, честно. Что ты шумишь? Я не смогу ходить в такой туалет. Это что такое вообще? Это люди здесь хранят еду, что ли? Вот он же даже не работает. Ну, это полная антисанитария. Это вообще, ну как можно что-то съесть с такого холодильника? Как? В общем, давайте его закроем, потому что у меня сейчас реально рыгачка уже будет. Ну, это просто кошмар. То есть это кухня, я так понимаю, да? Здесь человек кушает, вот из этого чайника можно пить чай. Для себя лично это был ужас. То есть я не могу сказать, что это условие для жилья вообще кого-либо. Нет, ну, по-моему, здесь маленькие есть дети, чего я больше всего боялась. Я за детьми вообще не понимаю, как за ними ухаживать. О, холодильничек получше. Вау, ну просто загляденье. Как? Так. Для меня загадка, для чего поставили холодильник и его хранят там в спальной комнате. Типа, лежу и нюхаю, что ли? Наслаждаюсь. Все грязное, все ужасное, все такое какое-то маленькое. Здесь дышать вообще нечем. Пойдемте отсюда. А у Києві селянка Даша вже освоїлась і готова виконувати наступне завдання. Вона йде на тест-драйв не просто автівки, а справжнього витвору мистецтва. Зустрічає її менеджер автосалону. Здравствуйте. Я тебе привітаю в єдиному в Україні автосалоні Lamborghini. Вот она, наша красавица. Цена ее 180 тысяч евро или на наши деньги 3 миллиона, но здесь есть за что заплатить. Можно прикоснуться? Можно. Это, знаете, как называется? Это прикоснуться к мечте. Да, потому что это и есть такое произведение искусства. Это было нереально круто. Я даже понюхала крышу. Вот бы мне такой домой вернуться. Скромности селянці не позичати. Сонечко, дякую Лесі, що є можливість хоча б протестити цей неймовірний спорткар. Ну що, ми поїхали? Так. Я думала, що їздити придеться за рулем. Розмечталась. Що треба, щоб була така машина? Класно! Просто тебе вдавливає сиденье. И адреналин вместе с криком выходит наружу. Заработать на такой автомобиль просто нереально. Но у меня только один вариант. Выйти замуж. Блин, да я сразу поняла, что мне нифига не светит эта машина. Я выходить не хочу. Можно я здесь буду жить? Пожалуйста. Это что-то. Она когда разгоняется, просто тебя в сиденье так... Ну, адреналина масса вообще просто. У селі Семльово час для знайомства з новою родиною. Коли я побачила жінку і двоє діток, у мене случився шок. Здравствуйте! Здравствуйте! Мене зовут Леся. Дуже приємно, мене Єлена Юріївна. Дуже приємно. Це Саша. Це Кіра. Мене накрило. Все, це просто капець. Що, страшно? У меня детей вообще нет. Вообще нет детей? Нет. Ну, придется.
посмотреть. Меня немного напрягло то, что она боится детей. Ну, как мне кажется, любая женщина детей бояться не должна, потому что это наше предназначение. Пока, наверное, переодевайся. Ага. А что? И а надо зачем? Будет немножко поработать сегодня. Я не успела приехать. Я не успела даже, ну, что значит не работай? Лесенька, нам надо закрыть хрен на зиму. Что? Хрен будем закрывать. Что значит? Зиму. Какой это хрен? Есть такое растение, знаешь, острое. Нет. Ну, попробуешь. Лесь, а ты замужем? Я пока не замужем. Ну, я очень дорожу своей свободой. Ты собираешься быть свободной всегда? Возможно, да. Цели – дети, муж, семья? Пока нет. Я себя не на помойке находила и столько времени училась для того, чтобы влезть в какие-то отношения, рожать детей, ну, просто загробить свою жизнь. Хорошо, в 35, еще в 38, да. 40 можно родить? Можно. Причем можно прибегнуть к суррогатной, к суррогатному материнству. Ты не хочешь даже испытать этого счастья? Да я не хочу просто испытывать свое тело. Если женщина способна родить сама, она не должна использовать суррогатную мать. Меня немножко недопоняли. То есть меня восприняли, ну как это так можно, это нереально. Ну а что реально? Когда ты после родов набираешь огромную массу тела и не можешь это сбросить, вот это реальность. Ты зарабатываешь деньги? Весело. То есть я принимаю какие-то подарки. Хорошо, есть... а когда исчезнет красота и молодость? Исчезнут мужчины с подарками? Это привело мою новую маму в шок. У Олеси к мужчинам потребительское отношение. Она считает то, что она есть, она красива, это уже достаточно. В общем, если я поняла, будешь жить одна и помирать в старости одна. Да, конечно, что это за пророчество такое? Нет, не так. Я буду жить в свободных, хороших отношениях. У меня будет шикарный, красивый мужчина рядом. Зная свой опыт, я тебе скажу, таких мужчин не бывает. Она ищет мужчину, который даст ей все. Сможет ли она дать мужчине то, что хочет он? Я сомневаюсь. У кожного своя правда. На цьому і завершили жінки. Головне, що хрону натерли. Перший день експерименту завершено. Сьогодні дівчата отримали колосальний емоційний стрес. Тож випробовувати себе вони вже не мають сили і вкладаються у нові ліжка. Ранок другого дня першим завітав у тимчасову оселю панянки. Прокинувшись, Леся готова знайомитись зі своїми новими завданнями. Леся, доброе утро. Надо будет полечить наших кур. Мама тебе во всем поможет. Что значит полечить кур, я не знаю. Ну а вечером на ужин раздобудь молочка. Твой бюджет на сегодня 0 рублей. Я не хочу, я хочу домой. Реально, я не могу. Хіба хочеш? Мусиш? Що ж, Леся переодягнулась і чекає, поки вельмишановну панну запросять до курника. Лесь, ну, треба допомогти. В общем, кури у нас відболіли. Я тебе розкажу. Значить, треба поймати курицю, погладити її зуб. Стоп! Що? А взагалі таке роблять? Буквально за кілька хвилин ви побачите. Ну, я це ніколи не робила. Яке завдання довело селянку до істерики? Ні, все, я правда, я більше не можу. Я себе чувствувала піпець, як? А панянку до сказу. Що і чому приховує селянка? Даш, я второй день подряд вижу тебя в косынке. Может, просто у женщины сдали нервы. Может, она просто таким образом хотела привлечь к себе внимание. Та що спричинить у панянки невимовний шок? Такое? Справжні емоції тільки для вас. У селі Леся вже готова допомагати пернатим, а треба їй прочистити зоб. Ну от заганяєш, давай сюди в місті. Може, як-то їх, да. І хватай, от вона ж у тебе от стоїть. Хватай, Леся! Ну, ловить их было сложно, потому что я боялась, что я сейчас как схвачу, я и повыдираю все перья. Вот, вот они стоят! Держи. О, нет! Что делать? Видишь, у нее вот здесь? Поднимай его сюда. Зоб прощупывай. Берешь за вот эти лапы. Ей же больно. Нет. Опускай ее голову вниз. Только держи крепко. Тряхни.
Утряхни ты ее. Ну, это никогда не дело. Я не знаю, это просто эмоция, которую невозможно было сдержать. Лесь, не... о, молодец, вот так. Бери ее, поднимай, давай мне накапаем. Все. Все? Теперь следующую. Стоять! Лікувала курей панянка завзято. І за вправну роботу отримує похвалу від мами. Спасибо, ти молодець. Стресотерапія. Молодець, Олеся, молодець. Я считаю, я справилась на отлично с этим заданием. Курицы мне будут благодарны, потому что я их полечила, и все будет хорошо у них. А у Києві ранок другого дня розпочинається неспішно. Селянка Даша вже прокинулась і заінтриговано відкриває конверт із завданням. Доброе утро, Дашенька. Приготовься к еще одному класснючому дню. У меня идеальное тело, и я не экономлю на этом. Сегодня ты вместо меня идешь на тренировку. А оденься максимально секси, я всегда так делаю. А вечером тебе заскочат подружки на ужин, а не зажигалки, поэтому вы классно оторветесь. На сегодня оставляю тебе 10 тысяч гривен. Отже, не зволікаючи ні хвилинки, Даша збирається та вирушає на тренування з пол-денсу. У школі танцю на селянку вже чекає особистий тренер панянки. Здравствуйте. Привет. Я Даша. Я Катя. Проходи. Даша, сьогодні ми будемо займатися пол-денс. Это танцевально-акробатические упражнения на пилоне. У меня были подозрения в том, что Леся занимается таким видом. Теперь я узнала, что спорт, и я вообще думала, что она стриптизерша. Я не представляю, как это вообще будет, но я обещаю попробовать. Мы разогреем спинку и сделаем несколько движений волночка. Вот она так выглядит. Очень даже хорошо. Я не знаю, как это выглядело, но волна. Это было прикольно. Это называется стульчик. Ставим. Так. Закидываем. Ну-ка, иди сюда. А это очень больно. Вес не маленький, ручки слабенькие. Ну, тяжело было работать с собственным весом. Мы усаживаемся около пилона вот в такую позу. Умостились, поднимаем бедра, раскрываем ножки. И поднимаешь попу вверх. Умничка, да. Носочки натяни, коленки вытяни. И в другую сторону. Опускаемся. Нет, все, я правда, я больше не могу, мне уже все больно. И, ну... Я себя чувствовала пипец, как коровище на каблучищах. Большая умничка. Все. Большая умничка. Ты очень старалась, это было видно. У Даши слабенькая очень физическая подготовка, мышцы не в тонусе. Ей действительно нужно тренироваться, если она хочет поддержать свою фигуру. Я пробовала худеть, ходила в фитнес-центр. Там были 2 часа тренировок, а здесь 20 минут дали абсолютно тот же эффект по состоянию усталости, по потению, если не больше. А у Семльово задоволена собою Леся чекає вечора для виконання другого завдання. Та перед тим мама селянки просить українську гостю про деяку ласку. Леся, а? Я зараз уїду в город. Тебе побудь з дітьми. Я испугалась очень сильно, что мне придется с ними остаться. Ні з какими дітьми я не оставалась одна наедине. Не встигла рідна бабуся за поріг ступити, як дівчатка показують, хто в домі хазяїн. А чё ты? Тихонько. Дети, конечно, это просто нечто. Они кричат, визжат, что-то им надо. Мне реально хотелось просто уйти куда-то. Та невже! Лише на власному досвіді Леся зрозуміла, що бути мамою дуже складно. Всього лише кілька годин перебування з малечею ледь не довели панянку до істерики. Дід, бабочка, маленький монстр на мене нападає. Я реально не готова к дітям, тому що вони займають все твоє час.
не то, что там чуть-чуть, реально все твое время. Ну, в общем, все время с ними проводить. Все. О! Кто это? Ну как вы тут? Да. Наконец-то мы вас дождались уже. Надвечір у Києві до селянки Даші завітали подруги панянки. Привет. Здравствуйте. Я Даша, с тобой Катя знакома. Алена. Илья. Очень приятно. Располагайтесь, я думаю, что здесь Леся, да, принимает гостей. Традиційний дівич вечір у Лесі вдома красуням оформлює улюблений кухар-сушист панянки. Володя – это Лесин любимый повар. Он приезжает на дом, готовит свежие суши из-под ножа. Это впечатляет. Это ты понимаешь, что как это дорого, как это шикарно, как это классно. Хочу пожелать вам приятного аппетита. Все, с вами хочу уже попрощаться. Не буду вам мешать. До следующей среды, Володя, да. Даш, я второй день подряд вижу тебя в косынке. Я в косынке, потому что у меня был в жизни такой случай жизненный. Вот. От меня ушел муж, оставив с двумя детьми, ушел к любовнице. Была в жуткой депрессии. И на фоне этой депрессии я сбрила волосы. Новые волосы, новая жизнь, а те, депрессия, все останется позади. Может, просто у женщины сдали нервы. Может, она просто таким образом хотела привлечь к себе внимание. Когда вы начинали с мужем встречаться, ты была тоже полненькой фигурой? Да, я была, в принципе, всегда полненькая. Ну, я после первых родов поправилась на 50 килограмм. Он вначале говорил, да, что похудеть надо туда-сюда, я начала худеть. Потом он сказал, что, ну, отлично, ты вообще похудела, молодец. Ну, в принципе, ты меня и такая устраиваешь, мол, и не надо было. И я резко остановилась. Я и поняла, что вот сейчас, прежде всего, чтобы добиться результата какого-то, надо это делать для себя. И если ты будешь это делать для себя, тогда все получится. Ну, я думаю, что прическу, косынку можно снять и сделать красивую прическу. Ну, я бы очень, на самом деле, хотела бы. Не, все равно, у меня красота. Ты не должна стесняться себя, первое. Да, ну, все равно. Я очень боялась встречи с ними, потому что у меня была куча комплексов после этого всего. Я думала, что они добавят. Ну, мило пообщались, они очень милые девушки. Ты всего достигнешь, всего добьешься, тебе будет все хорошо. І волоси теж отростуть. Ну, да. У селі немає коли теревенити. Тут усі працюють. От і Леся прийшла на місцеву коров'ячу ферму по молоко. Зустрічає панянку фермер Олександр. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Меня зовут Леся. Ой, меня зовут Олександр. А мне нужно молоко у вас взять. Если вы мне поможете, то будет вам молоко. Очень интересно. И меня, конечно, это просто вызвало бурю эмоций. Я, конечно, попыталась так это все сдержать себе. А что мне нужно делать? А, ну, я вам покажу, что нужно делать. Я понимала, что денег тех, которых мне оставили, ровно ноль. Купить я ничего не могу, да? Берите, пожалуйста, скребок. Не. Вы и я возьму скребок. Хорошо, давайте. И будем вместе очищать навоз, потом... А ничего, что тут так воняет? Ну, ничего страшного, молоко не воняет. Молоко не вонючее? Да, вот берите вот так вот тоже. Нет, не так. Фу, да просто вот. Воняло тут капец. Понятно здесь, что здесь воняет. Здесь не парфюмерная фабрика, а ферма. Не могу, это реально противно. Противно убирать, это противно дотрагиваться к этим животным. Маленькая. Она меня раздевает. Не бойтесь, совершенно. Не бойтесь. Это, ну блин, ну как это может вызывать какую-то приятность? Ну это фу, блин. Дочистили? Да, все. Хорошо. Все отлично, хорошо. Угу. Надо еще будет подоить корову. Что сделать? Подоить так корову. Подоить. Так, я вообще даю корову первый раз в жизни. Это, конечно, ужас был. Видите, как это получается? Ага. Такое? Ну тут уже просто не сдержать никаких эмоций. Мне реально аж притошнило. Чуваники. Ну, это естественный процесс. Ничего здесь страшного нету. Убрал какашку и делай дела дальше. Конечно, полдня с этим молоком. Ну, грязь это все, это антисанитария полнейшая. Как можно пить вообще такое молоко? Вот. Фу! Не да бойся, не бойся, садись. Да ну я не боюсь, ну просто реально оно уже... Фу.
Давайте ви вже далі, тому що я вже не можу. У селі ці всілякі жіночі хитрощі не проходять. Тож доїла панянка корову сама самісінька, аж м'язи зміцніли. Додому несе ціле відро молока. Ви це заслужили. Спасибо. Якщо чесно, то Леся мучила корову, не доїла. Ну, для першого разу нормально. Пойде. Другий день обміну добігає кінця. Утомлені від сьогоднішніх активних завдань, дівчата вкладаються в свої ліжка та солодко засинають. На третій день експерименту першим прокидається Київ, а разом з ним і селянка Даша. Готова до нових пригод, дівчина знайомиться з новими завданнями. Привіт, сонечко. Лучшие бутики Киева тебя уже ждут. И моя подружка поможет тебе подобрать секси-бомбючее платье. Дальше вас будут ждать в моем любимом салоне красоты. Там работают настоящие профи. Они сделают тебе полный апгрейд. Ну а в завершении, конечно же, мое любимое караоке. Оторвись на славу. Блин, караоке это классно, я петь люблю. На сегодня у тебя 20 тысяч гривен. Дайте мне деньгами. Я поеду домой, пожалуйста. Даринко, зовсім скоро ти поїдеш додому. Щоправда, без такої суми грошей. Але сьогодні ти маєш повне право її витратити на себе кохану. І починай робити це просто зараз, у столичному бутику. Привіт. Привіт. Нам сьогодні потрібно привестися в порядок, ми вечором йдемо в караоке. Отлично. Пошли в магазин. Надіюсь, ми щось мені підберемо. За кілька хвилин на ваших екранах. Чи вдасться селянці обрати собі нове вбрання? Я очень расстроилась, когда узнала, что там нет моего размера. Навіщо панянка при параді видерлась на дах? Я такого не видел еще. Чарівне перевтілення селянки. Только на лосы мне надо. Хорошо, да. Та незабутні останні вечори. Блин, это настолько классно. Просто кайфануло. У Києві найприємніше завдання для кожної дівчинки – шопінг повним ходом. Ну, щось таке балахоністе треба. Може, щось таке? Воно дуже красиве, але я буду в ньому схожа на толстого цыпленка. Мені вон то платьице подобається. Платье очень красивое. Скажите, пожалуйста, вот такого фасона есть наш размер? Такие платья коктейли не бывают. Я очень расстроилась, когда узнала, что там нет моего размера, что я даже не могу примерить эти платья. Кать, на самом деле мне всегда очень сложно подбирать размеры, и практически всегда я покупаю то, что мне не нравится. Проблема не в том, что она большого размера. Проблема в том, что она не женского вообще телосложения. Я бы на ее месте занялась бы как минимум спортом для того, чтобы привести какую-то форму. Не лише поради Ірина дала селянці, а й усе ж таки змогла підібрати дівчині гарне вбрання. В итоге ми подобрали платье. Оно, конечно, було не ахті, но оно хоча б мені подошло. А в Росії ранок тільки починається. Ледь продерши очі, панянка Леся зачитує свій план на день. Леся, привіт. Вот і наступив останній день твоєї сільської життя. Сегодня надо почистить дымоход. Ми завжди делаем эту работу перед холодами. Ну а вечером тебя ждет заслуженный отдых. Отдых это хорошо. Можна это все не делать и сразу заслуженный отдых. Не можна. У селі працюють усі із ранку до ночі. Тож кралечко, підводься, одягайся і гайда димар чистити. А допоможе тобі сусід. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Леся. Меня зовут Владимир. Очень приятно. Начинается скоро зима. Будем трубу чистить. В смысле трубу чистить? Дымоход. Дымоход? Да. Для меня это было что-то абсолютно невероятно новым каким-то и непонятным. Помогите мне немножко. Ого. Ой. А если я буду падать, так как кто же меня там, никто же не спасет? Значит, не надо падать. Давайте. Каблучки надо бы. Я такого не видел еще. У нас редкость женщины на каблуках. Я же девушка, я всегда на каблуках. Даже если нужно чистить трубу.
Все. Суворов. Ой, вообще так молодец. Красиво. Приступим. Слушайте, давайте ничего не будем делать. Если будем задняя не хочется. Наслаждаться, правда? Да. Ну вот реально было хорошо там. Но вот мне хотелось. Да, у меня, хорошо. Там на крыше стало так же хорошо и тепло, вот как я себя чувствую себя там. Раптова ностальгія за рідним гніздечком спантеличила і сажотруса, і саму панянку. Але завдання потрібно виконувати все одно. Ну, почнемо. От так, потихонечку, туди-сюди. Ага. Сам процес чистки димаря розвеселив панянку. Дівчина швидко заспокоїлась і з завданням впоралась на відмінно. Ну все, достатньо. Спочатку сумнівався, що вона справиться, ну нічого, нормально. А у Києві час для чарівного перевтілення. Одразу після шопінгу Ірина веде Дашу в один з найкрутіших столичних салонів краси. Тут на неї вже чекає персональний стиліст. Здравствуйте, Дашенька. Присаджуйтесь. Мене зовут Ольга. Зробимо вас самой красивой. Только на лысо не надо. Хорошо, Даша, не будемо вас на лысо. Професіонал сказав, професіонал робить. Для кардинального перевтілення стиліст вирішила використати перуку з натурального волосся, яка в тандемі із модним мейкапом підкреслить жіночність та ніжність Дар'ї. І буквально за мить красуня у цьому переконається. Ну що, ти готова себе бачити? Да, не терпиться. Офігеть. Катя, це не я, це... Ну а хто ж це? Я не знаю. Это нереально было красиво, все идеально, все гладко. Я бы хотела так выглядеть всегда. Мы полдня потратили с тобой на то, чтобы привести себя в порядок, чтобы вдвоем пойти одиноко. Петь. Я считаю, что нам нужна компания. Предлагаю вызвать мальчиков. Каких мальчиков? Очень-очень красивых. Я хотела ее развлечь, но она очень-очень смутилась. Но это, наверное, свидетельствует о ее неуверенности в себе и то, что она, в принципе, не представляет себе такое времяпрепровождение. Алло. Алло, добрый день. Добрый. А, я бы хотела заказать на сегодня двух молодых людей. А вам какие? Черненькие, беленькие? Нам какие? Черненькие или беленькие? Я тебе полностью доверяю, поэтому. Давай одного... Черненького, одного беленького? Давай. Один черненький, второй беленький. Я думаю, подойдет вам. Все, спасибо большое, мы ждем. Поки у Києві дівчата чекають свій ескорт на вечір, у Семльово мама селянки зібрала близьких друзів з нагоди проводів української гості. Здравствуйте. Здравствуйте. Ко мне приехали мои друзья. Очень приятно. И у нас будет небольшие посиделочки, так отдохнуть после тяжелой недели. Русскую баню хоть раз была? Нет. Вот, мы тебе дарим такой же сюрприз. И у нас есть дядя Андрей. Он тебя хорошо отпарит. Угу. Как в русских традициях? Это в русских традициях. Так грязными за стол не садятся. Постанывай. Дядь из фантастик. Шаманские движения. Ага, вот эти самые прикольные. Блин, это настолько классно. Это все хорошо. Этот нежный пар. Все то, что накопилось внутри за эти три дня, все просто как будто куда-то улетучилось. Леся, 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 стой. Стой, 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 стой. Блин, я просто кайфанула. Олесь, ну расскажешь нам, как тебе эти три дня в деревне? Честно вам скажу, вот реально я вот здесь вот поняла, что нужно не останавливаться, потому что можно остановиться и все потерять. И ну, дальше еще я делать, помню, Лесечка, ты при нашей первой встрече сказала, что ты особо ничего не делаешь, тебе все дарят мужчины. Это правда. Ты лукавишь. Это правда. Нет, я не лукавлю, это правда. Я говорю о том, что я была немножко ленива. То есть, у тебя сейчас появилось сознание, что ты осознание того после деревни, что нужно делать самой. Да, так как я живу, да, это всегда там попросила, все тебе дали. Я поняла, что этого недостаточно. И нужно все-таки не быть ленивой. А я рада, что ты такой вывод сделала. В общем, я, честно говоря, как-то повзрослела. Останній вечір у Києві обіцяє бути дуже запальним. Адже до дівчат приїхали справжні мачо.
Тебе черненького и беленького? Двоих? Добрый. Я их не потяну, поэтому давай. Прекрасно выглядите. Меня зовут Эндрю. Меня Макс. Очень приятно, Катя. Даша. Из двух ребят мне больше понравился Андрей, потому что он был более скромный, более красивый. Швидко налагодили контакт дівчата зі своїми тимчасовими чоловіками. І в їхньому супроводі вирушають в елітний караоке-клуб. Ну, в общем, за вас, прекрасные дамы. Вот нам очень приятно, что вы нас сегодня пригласили. Им за это деньги платят, они обязаны сидеть и все глотать и говорить, что какие вы девочки красивые. Дашенька. Я с рук чужих не ем. Я не собака. Давай. Видно было, что у нее загорелся глаз, и что она постепенно расслабляется, ей нравится общество, ей нравится атмосфера. Но все-таки было что-то такое из жизни Лэйси, чтобы тебе хотелось перенести в свой дом, в свою жизнь? 6. Только 6? 6. Я только подумал. Я поняла, что я хочу изменить свою жизнь, заниматься своим конкретно личностным ростом, образованием. Выпьем за твою новую жизнь. Мне очень понравилось быть в центре внимания. Я такого мальчишку сладкого. Мне безумно все понравилось. И, по-моему, когда ты начинаешь петь, тебе вообще пофиг, как ты поешь. Тебе вообще на все равно. Андрей мне показался, он подтвердил то, что он очень интересный не только снаружи, но и внутри. Натанцювались, наспівались, наспілкувались. Прийшов час прощатися. Даша оплачує незабутній вечір, ескорт-послуги та робить висновки. За все пребування це було саме емоціональне віч, от іменно пісні і танці. Триденна екскурсія в чуже життя завершується. Що дівчат зацікавило в ній найбільше? Чого вони навчились? Дізнались нового та які висновки зробили? Усе це і панянка, і селянка готові озвучити одна одній при зустрічі віч-навіч. Здравствуйте. Привет. Меня зовут Леся. Даша. Я ожидала увидеть всю губастую, вся в ботоксе такая. Но она очень красивая девушка. То, что я увидела, это, мягко сказать, меня ужаснуло. Блин, она реально очень огромная. Как тебе было вот прожить эти 3 дня моей жизнью? Мне было нереально тяжело. Очень потому интересно. Потому что спорт, которым ты занимаешься, он мне не получился. Ну, с первого раза же ничего не получается. Я вся осталась в синяках, но для себя четко решила, что я его сделаю. Ей надо работать над собой, на строгой диете, и каждый день спорт, спорт и еще раз спорт. А что тебе не понравилось из моей жизни? Я поняла, что ты живешь за счет мужчин. С моей позиции это неправильно. То есть ты не можешь в мужчинах разглядеть душу. Ты клюешь на деньги, на внешность, вот, но не можешь увидеть души. Я не говорила, что я живу за счет мужчин. Я говорила о том, что я принимаю от них подарки. Да? А мужчины зачастую дарят подарки девушке не просто за ее внешность, но еще за ее какие-то таланты, да, за какой-то ее внутренний мир и так далее, и так далее. А как тебе вообще 3 дня? То, что я увидела, как ты живешь, знаешь, я к такому не привыкла и не хочу. Это сложно было для меня. Как тебе дети? Мне было очень сложно. Я утвердилась в том, что пока детей мне рано, создавать семью тоже пока рано. Вот. Единственное, что за эти 3 дня я реально стала добрее внутри, потому что раньше я была эгоисткой. Это здорово. Я на самом деле очень рада за тебя. А твои выводы расскажи, как? Во-первых, мне нужно худеть. И я еще больше захотела красивой жизни. Причем не просто какие-то мечты, фантазии, а я теперь конкретно знаю, как к этому прийти. И самое, наверное, главное, что я поняла, что мужчина мне такой, как был муж, не нужен. И я даже теперь скучать по нему не буду и ни одного звоночка ему не сделаю. Я рада за тебя искренне. Я уверена, что проживя 3 дня такой жизнью, моя жизнь в течение 3 лет колоссально изменится.